К другим темам. С 1 июля за коммунальные услуги придется платить больше. Соответствующий указ подписал Виктор Толоконский. Сегодня стали известны подробности. Красноярцам придется платить за ЖКХ на 5% больше. Львиная доля уйдет на нужды энергетиков. Хватит ли этого, чтобы отремонтировать изношенные красноярские теплосети, покажет время. Квитанции с новыми суммами жители края получат уже 1 августа. В данном случае рост платы тарифов на электроэнергию составил 4,2%. Настолько будет изменение. А по комплексу коммунальных услуг на 4,6%.